В этой банкноты 2000 тенге, весьма интересный серийный номер. Ну, здесь у нее две тройки, две четверки и две восьмерки. И еще один тут нюанс. Две восьмерки сдвоенно идут и две тройки сдвоенно идут, а четверки по краям. Еще тут момент такой. Цифра в рост идет в конце 3-4 и 8-9. В принципе, 488 и 9 тоже можно сказать, что это рост. Вот этим эта банкнота интересна. Снимается широкоформатно для перелистать денежный поток 21 мая.